Первый урок, первый учитель, улыбки и разочарования, первые трудности и победы. И вот он, последний звонок. Школьные годы – это время взросления, за которое мы познаем мир, дружбу, любовь. Но в один день настает момент, когда приходится покидать родные стены. Вы прощаетесь с детством. У вас начинается новая, интересная, богатая на приключения жизнь. Я абсолютно уверен, что то, что вы испытали за 11 лет в школе, то, что вам дали ваши замечательные педагоги, безусловно, ваши родители, которые были все эти 11 лет с вами рядом, помогали, творили вместе с вами, начиная с первого класса, конечно, вам все это пригодится и поможет в этой жизни. Последний звонок в этом году прозвенел для почти 500 вчерашних школьников Ленинского района. Теперь им предстоит жить по-другому. Не будет учителей, которые, как вторые родители, оберегали своих учеников и пытались вложить в них все самое доброе и хорошее. Теперь вся ответственность лежит только на них самих. Я вообще не верю, что настолько быстро все пролетело. Вот вроде только я пришла с мамой за ручку в первый класс, а тут я с мамой за ручку и выхожу как бы из этой школы. И не могу поверить, что расстанусь с этими учителями, да, с которыми я рука об руку как бы, да, сопровождала столько лет. Я однозначно благодарна всем учителям за то, что они сделали из нас людей. Винновская гимназия сегодня выпускает 55 воспитанников. Здесь стараются не только донести знания, а научить дружить, общаться. Педагоги пытаются раскрывать таланты. Каждому ребенку дают возможность выразить себя. Алексей Жовтюк благодаря школе нашел свое призвание в творчестве. Молодой человек собирается поступать на рекламный факультет. Тут учителя направлены как и в математический уклон, так и в гуманитарный. И оба уклона равноправно развиваются, чтобы подготовить учеников для поступления. Директор Видновской гимназии Татьяна Анашкина уже 25 лет говорит выпускникам одни и те же слова наставления во взрослую жизнь. Поэтому я вас зову волноваться, не досыпать, поднимать молодую зарю, поворачивать реки вспять, от дождя не прятать лица. Верить в завтрашнюю звезду, называть под лицом подлеца, хохотать в глаза дураков. Удачи вам! И перед экзаменами ни пуха, ни пера! Последний звонок – это еще не повод расслабляться. Впереди у ребят ответственный этап – сдача государственного единого экзамена. И только после этого они смогут сказать «пока, школа». Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.